Oğlum gel gel. Ну это бабушки. Бабушка уже давным-давно умерла. Мы его будем. Нормально? Нет. А второй. О, это мой, между прочим, рабочий был когда-то. Ёб твою мать, что он так стрельнул? Ебать! Пиздец. А сейчас мы выгуливаем карликов. Блять. Да, ключи. Эх, Зорька! Ну, как говорят у нас в Дагестане, поехали! Что такой дерзкий? Есть мелочь, нет? Есть мелочь, нет? Парень, я тебя запомню! Охренеть! Охренеть! Эти, блядь, крысы летучие, блядь! Засрали, сука, весь балкон. Кто, блядь, наделал? Кто, блядь, наделал, сука? Тебя не учили ходить в туалет, блядь, на улицу? На балкон, блядь. Это, сука, кто нас сорвёт, блядь? Где, блядь, второй, нахуй, сейчас поймаю. Что будешь, сука, делать так, а? Ты, блядь, в глаза смотри, где твой глаз, нахуй. В глаза смотри, будешь делать, нахуй. Шёл, нахуй, отсюда. Ага, колбасит аж, блядь. Такое стойкое убеждение, что на махачкалинском рынке продаются все угнанные из России машины. Это действительно так? Это не так. Здесь продаются порядочные машины. Блядь.